Всем привет! Сегодня я вам расскажу о такой проблеме, связанной с, ну, в моем случае с Google Chrome. В вашем случае не знаю с каким браузером, но, наверное, если вы ищете, может, с Google Chrome тоже. Значит, проблема в чем заключается? В том, что он не загружает ни одну страницу, и его окно выглядит, то есть у него нет эффекта прозрачности вот этих вот таких вот окон, да, точнее. Он выглядит что-то подобное дизайну Windows XP, то есть нету прозрачности. Вот. Ну, в общем, у меня он не загружал ни одну страницу. Я не знал, что делать, и нашел ответ. В общем, я вам сейчас расскажу несколько ответов на этот вопрос. Вероятностей. Из-за чего это может происходить. Но сначала покажу, что произошло у меня. Значит, я нажимаю «Свойства» на рабочем столе, ну, значок. Рекомендую вам до этого переустановить новый Google, ну, в общем, неважно. И нажимаем «Совместимость». И здесь вам необходимо поставить «Запустить программу» в режиме совместимости с Windows 7. У меня стоял XP какого-то хрена, я сам не знаю откуда. То есть все было шикарно, потом раз XP поставилось. То есть вот он. Но я поставил Windows 7, окей, и все шикарно стало. Он стал запускаться, и все отлично. Это моя причина. В вашем случае, может быть, я нашел где-то в интернете, ну, я решил уж сразу обо всем рассказать. Значит, вот здесь вот в рабочей папке ставите... так, сейчас покажу. Значит, ставите вот такую вот надпись с пробелом, причем до, после той записи пробел ставите. No sandbox. Я не знаю, для чего это надо, но говорят, помогает. Дальше. Еще главная причина, из-за чего может быть такая ботва. Значит, фишка в том, что я изначально решил, что у меня троянская программа, так как я посмотрел в интернете. Оказалось, запомните, не надо сразу, антивирус у вас есть. У меня тоже антивирус есть. Ага. Троянская программа, он не будет вам ловить. Вот. Фишка в том, что я искал в интернете, мне сказали, что, вероятно, всего у тебя троянская, ну, троян. Или вирус, может. Ну, я и рекомендую вам, значит, обратиться на компьютерный форум какой-нибудь. То есть, я обратился, там все чисто, ага, ошибочки вроде исправили, но никакого трояна не обнаружил, и вот совершенно после этого я искал в интернете, и вот совершенно случайно сам исправил ошибку, то есть... Ну, может быть, где-то был такой ответ в интернете, но я не нашел, мне пришлось самому додумать. Троянскую программу обнаружить антивирус, по-моему, не способен. Некоторые троянские программы, насколько я знаю, То есть, я в этом не силен, обращаю внимание, может быть, я даже скину тот форум, на который обращался, но поищите в интернете компьютерные форумы по помощи компьютерам с вирусами. Вам обязательно помогут. Ну, вот, например, если мы запустим диспетчер задач, то... В службу быстродействия мы можем нажать монитор ресурсов, и у меня была такая фишка, что у меня один процесс занимал очень и очень много, отбирал вот эти ЦП, центральный процесс, в общем, использовал очень большие ресурсы, скажем так, этого центрального процессора, ну, может быть, правильно сказал. Примерно около 20-30%. Это, по сути дела, немного, но это очень влияет на компьютер. То есть, в моем случае, это была троянская программа Steam. Точнее, замаскированная под троянскую программу. Пишется она с маленькой буквы. Это я вам даю совет. Я сам не говорю, не очень понимаю в этих троянских программах, но все же рекомендую провериться в каком-нибудь компьютерном форуме, обратиться к специалистам, потому что, говорю, лучше у кого-нибудь поспрашивать. Так, ну что, в принципе, все, надеюсь, помог. Не помог, если что-нибудь не так, пишите в комментариях. Обязательно отвечу, стараюсь. Всем пока.